Калмыцкие предприниматели вновь представят продукцию на выставке «Россия». 8 мая, в день эффективной и конкурентной экономики, на международной выставке-форуме будут представлены сувениры и продукты от производителей республики. Посетители также смогут принять участие в увлекательном мастер-классе по росписи калмыцкой матрешки. А 10 мая, в день международной кооперации и экспорта, посетители ознакомятся с рыбными снеками, тушенкой и калмыцким рисом.